В Межрайонной инспекции налоговой службы состоялся Всероссийский день семинаров. Каждый второй четверг месяца специалист обучает всех желающих заполнять налоговые декларации, использовать интерактивный сервис «Личный кабинет» и сдавать налоговые отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Как отмечают сотрудники налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому округу, на подобные семинары приходит не так много желающих, как хотелось бы. Граждане привыкли заполнять бумажные бланки, в которых они уже довольно неплохо ориентируются. Многие предприниматели отчитываются всего по одной-двум позициям и поэтому не вникают в особенности налоговых отчетностей. Тем не менее, работа по данному направлению будет продолжаться. Темы по семинарам размещены на интернет-сайте r29nalog.ru. Семинары предназначены для налогоплательщиков о том, чтобы они знали, какие налоги существуют, как заполнять налоговую декларацию. Как происходит начисление налогов, какие сроки по уплате налогов, ставки налогов.